целях безопасности и своевременного прибытия на учебные занятия детей в общеобразовательные учреждения города организован подвоз учащихся к школе по утвержденному маршруту. Всего в перевозке учеников задействовано 8 школьных автобусов, оборудованных спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Перевозки школьников осуществляются из левобережных и правобережных дачных обществ, а также с районов аэропорта Вавилинского Затона и спутник по школам номер 1, 2, 3, 4, 11, 8, гимназии номер 5 и 9. С начала учебного года производится подвоз 672 детей. Начиная с прошлого года, заместители директоров по хозяйственной части, инженера по охране труда и водители школьных автобусов прошли целевое обучение в Кызылском транспортном техникуме по направлению «Ответственность за безопасную перевозку и безопасность участников дорожного движения». Работа по перевозке детей школьными автобусами находится на контроле в департаменте по образованию мэрии города Кызыла, сообщается на сайте столичной мэрии.